Check the mic and make sure it sound right, boys. Сегодня у Министерства сельского хозяйства в Москве прошла необычная акция. Там 8 девушек топлес и в масках коров на голове устроили акцию в защиту коров. Девушки призывают перейти на пальмовое масло, чтобы спасти животных. Надпись на их груди гласит: «Хватит нас доить». Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе событий.